Добрый день! Вас приветствует гипермаркет детских колясок и автокресел Compassive.ru. Сегодня у нас на обзоре коляска польского производителя Rowan, моделька Bus Next Eco. Коляска полностью выполнена из эко-кожи. Эко-кожа идет меланж. Накидка на ножке крепится при помощи еврозамка. Удобно, не нужно держать постоянно накидку на ножке или искать место, куда бы ее положить. Отстегнуть в сторону, доступ к малышу всегда есть, и накидку на ножке также не нужно держать в руках. Дополнительный козырек, который можно дополнительно убрать при необходимости, будет защищать малыша от непогоды или от солнца в жаркое время года. Штормовик крепится на магнитных заклепках по бокам с двух сторон. Защищает малыша от непогоды. И также, соответственно, есть силиконовое окошко, чтобы можно было наблюдать за малышом. На капоре присутствует москитная сетка, которая открывается так вот аккуратно. Крепится на липучках с двух сторон. Также есть удобная ручка для переноски. Он сделан вот таким вот образом, чтобы переносить люльку. Капор опускается при помощи нажатия двух кнопок по бокам бесшумно. И также, соответственно, обратно в нескольких положениях регулируется. Капор к люльке крепится при помощи замка, что не позволяет холодному ветру проникать к малышу. Внутри идет гипоаллергенная ткань. Идет такой кармашек для бутылочки. Также идет полноразмерный матрасик, вот такой плотный. Чехол съемный, можно его снимать, стирать при необходимости. Сама обивка крепится по периметру люльки на молнии, что тоже достаточно аккуратно и удобно. Он достаточно плотный, теплый, мягкий. Размеры спального места люльки по матрасу 75 сантиметров длина, ширина у нас идет 34 и глубина у нас идет 20. Снимается люлька с рамы одним движением, удобно нажатием одновременно кнопок по бокам. Люлька очень легкая и также обратно, соответственно, ставится на раму. На дно дне у нас идет система вентиляции влагоотвод, также идет подголовник, у нас регулируется. В комплектацию коляски входит стильная сумка для мамы. Очень огромная вместительность. Также в комплектацию входит дождевик, москитная сетка черного цвета. И также фирменный пледик Rowan, очень мягко. Вес рамы с люлькой составляет 12 килограмм 350 грамм. Прогулочный блок коляски реверсивный, ставится как лицом к маме, так и против, так и от мамы. Крепится также при помощи двух кнопок по бокам, снимается очень удобно и также обратно, соответственно, ставится до щелчка. Накидка на ножке у нас достаточно просторная, закрывает полностью малыша, а по периметру также все хорошо закрыто. Крепится вот такими заклепками по бокам. Подножка пластиковая, легко, удобно протирать, также износостойкий материал. Бампер, разделитель для ножек. Бампер у нас идет на шарнире, достаточно удобно отстегнуть с одной стороны, посадить малыша от грязных ножек, чтобы не пачкать обивку. И также можно с двух сторон. Вся обивка крепится у нас на заклепках. Таким вот образом легко снимается, чистится. Есть доп. Матрасик, очень мягкий для малыша. Есть пятиточные ремни безопасности с мягкими накладками. Ремни по росту малыша также регулируются. По периметру все закрыто, все на молнии, нигде ничего не продувает. То есть зимой тоже также будет достаточно комфортно. Дополнительный отсек
который расположен на капоре, накрывает и делает капор еще больше. Также расположена на задней части москитная сетка. Таким вот образом можно при необходимости, чтобы обивка вот так вот не торчала, очень удобно снять таким вот. Регулируется спинка у нас в нескольких положениях, от самого лежачего до полулежачего, полусидячего, 90 градусов сидячее положение, то есть 4 угла наклона у прогулочного блока есть. Размеры спального места прогулочного блока. У нас 92 длина и ширина 34. Вес рамы с коля прогулочного блока с коляской, с рамой точнее, 13 кг 800 г. Колеса у нас с возможностью фиксации таким вот образом, также в обратную сторону складывается рама у нас при помощи таким вот образом. И есть удобная ручка для переноски вот таким вот образом. Обратно, чтобы разложить, достаточно снять с предохранителя и потянуть раму наверх. Колеса у нас необслуживаемые, вспененная резина. Также есть центральный тормоз в виде качельки. Очень удобно, обувь не нужно пачкать. Есть также доп. Амортизация с возможностью отключения. Корзина для покупок крепится у нас на муни. Удобный доступ. Жесткое дно, до 5 кг выдерживает. Ручка обтянута эко-кожей и регулируется в нескольких положениях. В зависимости от роста мамы. Также, соответственно, есть удобная подножка для подросшего малыша, чтобы удобно было ножки ставить. Вот такой обзор на коляску Ruan Bus Next Eco в комплектации 2 в 1 на 5 июля 2021 года. Коляска. Цена коляски 42 650 рублей в комплектации 2 в 1. В комплектации 3 в 1 50 140 рублей. Также на сайте compasic.ru вы можете посмотреть и другие расцветки.